Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет, дорогие друзья. И тут стало известно, что защищенный Дуги Т5 с аккумулятором на 4500 мАч стал доступен менее чем за $230. Смартфон отличается защитой от пыли, влаги и падений по стандарту IP67 и предлагает два стиля на выбор – кожаный люксовый стиль и спортивный вариант. Также смартфон имеет камеру с разрешением на 13 мегапикселей и аккумулятор емкостью 4500 мАч. Работает аппарат под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с расширенными возможностями кастомизации. Пользовательский интерфейс автоматически меняется при смене кожаных вставок на каучуковые. Кроме того, в комплект со смартфоном идет инструмент для быстрой замены панелей. Технические характеристики Dugi T5 такие. Дисплей 5 дюймов с разрешением HD. Процессор MediaTek MT6753, 8 ядер. Графика Mali T720 с частотой 450 МГц. Оперативная память 3 ГБ. И стандарт ее LPDDR3. Внутренний накопитель 32 ГБ. Основная камера Samsung SL8 на 13 мегапикселей. Фазовый автофокус с апертурой f2.2. Фронтальная камера 5 мегапикселей. Количество SIM-карт 2 SIM-карты. Сеть поддерживает 4G. Аккумулятор на 4500 махов. Есть GPS. OTG поддерживается. OTA тоже поддерживается. Bluetooth 4 версии. Есть FM-радио. На сгибание, с которой Dugi T5 успешно справился. 150. Итак, технические характеристики Dugi T5 у нас такие. 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал. We'll be right back.